Всем привет, сегодня я играю в Метрострой. Ну, давайте отправляйтесь, это у нас это. Вы на карте Самары. Я все готово, давай, я даже через лично. Мы играем на этой карте впервые. Говорят, она очень необычная, интересная. Что из-за того, что очень красиво, во-первых, все сделано, и во-вторых, красиво сама карта. Карта достаточно небольшая, своим размером. Я писал уже примерно самарский, окраска Самара. Вот такой вот состав, быстренько. Оп. Ого. Внимание, на станцию прибывает электропоезд. Осторожно, двери закрываются. Уважаемые пассажиры, не захотите закрыть. Может, те, кто из Самары, скажут, такие у вас станции? Не совсем такие. Если не такие, то вопрос не ко мне. Осторожно, двери закрываются. На 40. О, Кировская дальше уже все. Последняя. Конечно. Thank you.
наркоманы. Карта. Куда дальше? Там вроде поезд. Тупик занят. Вот поезд Самара. R2V получается, нужно будет открывать. А кто это вообще в тупике? Лост. Такой себе. Это то объявление на станциях прикольно вот это. Внимание! На станции прибывает. На станцию прибывает электропоезд. Уважаемые пассажиры, не заходите в терминал. У тебя тут дверь не сразу сходит. Я вылетел. Ну ладно, ждем. Загрузки. Зашибумба просто. Зато прокатились на всей карте. Очень, почти без остановок. За 8 до минут. Ну, поставлю на паузу, пусть крутит. Оп, все, я вернулся. Там уже в очередь. Там уже другой став. Плюсик. Ну ладно, отдаемся к моему сопроводителю. Вот. Вон. Он что, вышел? А, потому что он больный. Бомба. Все, короче. Это мой. А то такой шинок мой. Похож чем-то. А, нет, не мой. Кабина.
ты ехать будешь? А, все. Короче, да, меня больше не будет. Все, заканчиваем видео. Победа матча на стартовании. 3-6-5-4-2. Все правильно. Ой, там, Найк, Хиши, Филиппин, Филин, Филиппин, Филиппин. И все на Самарах едут. Шейк. Как у него? А, у всех 4. Потом поедет Добр, ну и после Добра я. Добр же, да, на первом пути. Не, ладно, не буду. Его не будет, то тогда ладно. Так он есть. Так он же ж на победе. А потом победа — это же последний здесь. Ой, сразу на дверь. Верну. Создаю его. Кабину только сменю. Вот на это. Лучше бы сидел, ждал. Здорово. Ладно. Доставлю поезд. Снова поставлю на запись. А может, я его вообще вынесу. Чудесным образом я оказался на станции. Опа.
повернулся, упросил, чтобы меня выпустили. Ой, выпустили. Ой, ну, в общем, да. Опять они ехали до речки. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Безымянка. Безымянка следующая. На Кировске кто стоит? Освободите. Опять не доехал. Нет, я сейчас не доеду. На станцию прибывает электропоезд. Уважаемые пассажиры, не заходите в вагон. Украинский. Станция Безымянка. Кто еще, блин, поехал? Ханта. Ну, блин, зачем? Сейчас же лагать сильно будет. По-моему, самарская карта немножко больше. Это еще каких-то годов, 87-го. Поэтому здесь не все, а здесь не все станции, не скоро. Но это все-таки большинство станций. Thank you.
Станция Победа. Конечная. Уважаемые пассажиры, не забывайте свои вещи. Сейчас мы видим, что пик красиво. И... это не конечная, что ли? Куда он придет? Красиво так. Всем пока и удачи. И сейчас спрошу, это карта Самары какого года? Сейчас, может, кто-нибудь вспомнит? Потому что не вижу, блин, наименование карты. Помню, что Самара и все. Ну ладно, тогда всем удачи, всем пока. Пока. Так как такое коротенькое видео. Но все равно всем пока и удачи. И всех праздников, благ. Пока.